12 июня 2017 год. Таранье абрикоса. Клубнику уже среднюю начинаем собирать. Малина поспевает. Это регион Молдова, Приднестровский край. Она уже вся попадала. Мы ее собираем сейчас на варенье, компоты. Она хоть и ранняя, но очень ароматная и сладкая абрикоса. На рынке она у нас сейчас стоит 20 рублей. По курсу к доллару это получается где-то $1.30 за килограмм. Абрикос стоит у нас. Это самая ранняя абрикоса. Но она в прошлом году у нас не плодоносила. В прошлом году мы собирали вот эту абрикосу. Она только начинает созревать. Тоже среднего размера, но чуть крупнее, чем та ранее. Тоже сладкая, ароматная. Это будет чуть попозже. А вот вишня. Вишня уже спелая, очень крупная. Влеплено все дерево ягодами. Есть у нас еще крупнее дерево на другом участке. Крупнее ягода, имею в виду. И сладче, чем это. Это сорт, скорее всего, шпанка. В России, на севере страны, я слышал, там заморозки были пару дней назад до минус одного. А так, плюс 6, плюс 10. Люди ходят в ветровках. В России сейчас клубника только начинает цвести. Мы же уже начинаем собирать и абрикосу. У нас же температура доходит до 30 градусов. Ниже 25 не опускается. 23, 24, 25. Прошли недавно дожди. Сейчас обратно 27-28. Следующий видеоролик я постараюсь заснять наш центральный рынок. Что у нас из фруктов и овощей продается и по какой цене. Ну вот, мы собрали ведерочко. Угостили еще здесь соседи. Тоже они ведерко собрали. Они до сих пор падают еще. И их полно еще по земле валяется. Еще собирать и собирать. Немножко струсилось с дерева, там крупнее попадало. И идем варить варенье. Компот, варенье. Абрикоска вкусная, сладкая, ароматная.